Как правильно взять кредит? Мечтаешь купить новую машину или построить дачу, получить образование или хорошо отдохнуть, и хочешь взять для этого кредит? Как сделать это правильно? Вот что советует памятка заемщика по потребительскому кредиту. Определи, сколько денег ты хочешь взять в кредит. Узнай в банке все условия кредитования. Внимательно изучи кредитный договор. Обычно ты платишь сумму кредита, проценты и иные комиссии и платежи. Обрати на них внимание. Сравни предложения нескольких банков. Информация банков о полной стоимости кредита поможет тебе выбрать более выгодные условия кредитования. Посчитай свои доходы и расходы по обслуживанию кредита. Правильно оцени свои возможности. И, исходя из них, прими верное решение. Банк России советует: бери кредит обдуманно.